Вячеслав Дворянинов работает в системе МЧС с 2016 года. Со специальностью определился еще в школьные годы. Подчас от его профессионального мастерства зависят жизни людей. Огнеборец поддерживает себя в хорошей физической форме. Первенство в Троицком – отличная возможность показать все свои навыки и спортивную подготовку. Начал спортом заниматься еще с детства, пожарно-прикладным. Ну, как-то залегло в душу. Решил дальше связать свою жизнь с МЧС, с пожарами, спасение людей. Данный вид спорта, он развивает ловкость, развивает смелость. При подъеме на высоту, да, то бишь человек испытывает какой-то страх. Данный спорт помогает преодолеть этот страх. Различные первенства среди огнеборцев на островах проводятся регулярно. Подготовка к ним проходит на протяжении всего года. Есть календарь соревнований, то есть мы знаем, когда проводится определенный вид. За месяц начинаем подготовку соревнований, так как у нас на расположение именно здесь находится объектов башня и 100-метровая полоса с препятствиями. Периодически там два раза в неделю приезжали сюда с города Корсакова, тренировались с командой. Победители региональных состязаний отстаивают честь области на федеральном уровне. Учения и подготовка к мероприятию на полигоне проходят регулярно. Непосредственно имеют важную роль в работе пожарных, так как пожарный ежедневно сталкивается с такими же ситуациями, которые сейчас будут отрабатываться элементы. То есть это подъем по лестнице на башню, а это же в практической деятельности такой же подъем в окно пострадавшего, либо где находится пожар. На площадке 7 команд из Южно-Сахалинского, Корсаковского и Хомского районов. Лучшие огнеборцы закрепят за собой звание до следующего первенства и получат главную награду – переходящий кубок. Данные соревнования у нас в рамках двоеборья, то есть это поднятие на 4-й этаж учебной башни по штурмовой лестнице и преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. Победители определяются, тот, кто быстрее поднялся в учебную башню, тот, кто быстрее преодолел все препятствия. В результате напряженной борьбы победу в соревнованиях одержали участники из 6-й пожарно-спасательной части Южно-Сахалинска. Владимир Ильин, Павел Соловьев, телекомпания ОТВ.